Получил сегодня на розетке системный блок, корпус с блоком питания QBA 400 Watt Black. QBA 25A MB4U3. Доставили очень быстро. Сервис от розетки хороший. Будем сейчас его разбирать. То есть вот коробочка. Так он пришел. Достаем. Упакован. Как все блоки, хорошо. Никуда не денется. Достаем. Внимание. Что-то уже отвалилось. Выглядим. USB разъемы есть. Разберем и посмотрим, что у нас есть внутри. Есть шнур питания. Так, шлейфы. Для подключения передней панели. Вот оно все. Так, есть два кулера на передней панели. Должен быть с диодной подсветкой. Это мы посмотрим, когда соберем и включим. И второй кулер на задней панели. Сюда мы будем крепить нашу материнскую плату. Блок питания. Вот так. 400 Вт. Гарантия 12 месяцев. Это не знаю, пищалочка какая-то. Так, и есть винтики. Очень важно, потому что все это надо будет крепить и как-то собирать. Еще смотрим. Можно подключить безумное количество всего. Всевозможные переходники. Все чудесно. Розеткой доволен.